Что ты делаешь? Разбираю коробку передач от Volkswagen, блядь, Passat. Тупые вопросы не задавай. Что ты делаешь? Так. У тебя хорошо получается, ты это знаешь? Что тут у нас, где тут у нас какие-то тарелки, что мы не создали мне? А тебе удобно там в уголочке? Удобно. Может быть, ты на большой стол перешел? Доски неудобные, потому что маленькие. Пакетиков уже маленьких тоже нету, да? Ну таких, чтобы то поштучные. А, о, хорошо. Сейчас мама будет паковать. Рассказывай что-нибудь. Так а что ты как это самое? Ты смотри, не пропусти там ничего. А где ты такую курочку покупал? Тебе надо оставлять, чем кидать? Да выбрасывай ей, зачем оно и надо? А где ты такую курочку покупал? Че ты ничего не отвечаешь? Отважись! Лина, кинь туда, есть у тебя лавровый лист? Нет. А перчик, солька? Перец, но это молотый, который... Нет, не пойдет, надо горошек и лавровый лист. Да понятное дело, что надо. Я как-то без этого живу прекрасно. Так. Снимаем шкуру. Нафиг не нужна. Так, теперь филе. Так хорошую курочку купили, такая добротная. Всем надо съемки. А? Всем надо съемки. Дорогие подписчики, кому нужно разобрать курицу, у меня муж прекрасно разбирает курицу. Заказывайте.
Приезжаю на сутки. Разбирать куриц. Только его надо покормить. Шеи можно сварить бульон, даже просто без мяса. Крыло кинула, шею кинула. Я тебе сейчас вообще... Пофасуешь ей по пакетикам? Пофасую по пакетикам, по одному кусочку пакетик, да? Потому что тебе же не надо по 100 пакетиков. Да тут даже этот есть, ну, потрох. Ну, это хорошее, это же мы на юности там они на... Ничего себе. Девчонки, без желчи. Снято, снято. Так, еще сердце где-то. Сердечко. Так. А ты огонек меньше сделала, дочь? Чтобы оно накипело так же. Даже я бы сказала, даже мало сделала. Отлично, пускай она. Ты солила? Нет. Чуть-чуть подсолить. А перчик обыкновенный есть? Да нет. Вообще перца нет? Ну, обыкновенный, молотый есть. Ну, молотый чуть-чуть кинь для запаха. Нет, молотый не кидает, надо он там. Молотый кидается, когда уже на тарелке. Я не знаю, жир этот ей надо, чи не надо? Не надо, да, я его срезаю на такие, но не надо. Тогда куда его тогда? Выбрасывай. Выбрасывай? Можем забрать, картошку пожарим. Ай, что забирай. Так и я же там же. Это твоя чи моя мама побачила, все это ходит и сказала, ты че ебнутый, блядь. Так и выкидывать добро. Я все матюки буду делать вот так. Пип, пип. Точно. Подробнее чуть-чуть. Ага. Там бы больше не так хотелось бы дробиться. Хорошо. Просто маленькие кусочки были в кастрюле. Так, все. Справился с заданием на 12. Ну скажи, подписывайтесь на мой канал. Ты можешь такое сказать? Ты можешь сказать, подписывайтесь на мой канал? Скажи, это пожалуйста. Твой канал, а не мой канал. Я на твой канал это буду выставлять. Это же я не его мой. Не веду, поэтому он не мой. Нет, это твой. Там мужчины солидарны с тобой. Ты можешь сказать, подписывайтесь на мой канал? Вика, отложись, пожалуйста.